Приветствую всех на моей кухне. Сегодня я буду готовить картофельное пюре в термомиксе. Также я буду жарить на сковородке чевапчичи. Вот такие вот. Вот колбаски. Потом к ним будет подаваться лук с уксусом. Он будет уже облитый и промаринованный. Итак, я приступаю. Открываем крышку термомикса. Взяла я картофель 800 граммов. Здесь у меня 800 граммов. Нарезала на вот такие вот долечки. Их видно вот. Итак, друзья, воды надо нам 350 миллиграмм. В рецепте стоит 350 молочка, но я буду вливать водичку. Беру 350 миллиграмм. Я беру 2 маленькие ложечки соли, также немножко перчика я тоже взяла душистого. Так, нам нужен будет рюр-айзац, я его сейчас поставлю. Так, ставим бабочку, вот эту вот бабочку. Сюда же термомикс. Так, засыпаем картофель. 800 граммов у меня здесь картофеля. Делаем побольше, потому что у меня семья большая. Так, отставляем в сторонку. Закрываем крышечку. Так, далее. Ставим термомикс на 25 минут, 98 градусов, и скорость у нас единичка. Все, ждем, пока приготовится. Ставим сковородочку на плиту, включаем ее, нагреваем как следует. Теперь, после того, как нагрелась и сковородочка, закидываю сюда чевапчичи. Без масла жарю, потому что чевапчичи, они как сделаны на фарше говядины, уже она сама пустит это масло свое. Стоп. Жир, как бы сказать, да? Постоянно нужно будет помешивать. И все. Жарим как на гриле почти. Где-то примерно минута 20 упаковки. Помешивая, жарим со всех сторон. Когда сковородка нагревается, нужно обязательно немного ее уменьшить. Где-то до шестерки. И продолжаем дальше жарить. Пока у нас чевапчичи жарятся, я почистила этот лук, режем его, разрезала пополам и на вот такие вот тонкие ломтики. Наливаем сюда 10% уксус. Где-то примерно 2 маленькие ложечки. Вот так вот.
туда же в лук я наливаю тоже одну маленькую ложечку масла. Любое, оливковое, подсолнечное. Так вот. И сюда же вниз отправляю я замороженный укроп. Для вкуса. Вот так вот. Видите? Все это перемешивается. Продолжаем обязательно мешать. Если вам кажется, что чевапчичи немножко суховатые, налейте капельку масла в конце. Вот так вот. Просто капельку. Так, все это перемешивается. И можно убрать такую, знаете, дозу пластмассовую с закрытой крышкой. Пока все это приготовится, поставить в холодильник. Потому что это будет подаваться к чевапчичам и к картошке. Это очень вкусно. Когда маринованный лук, уксусы, это вообще красота. Делается также для шашлыка и для чевапчичи. Итак, наши чевапчичи приготовили. Можно убрать в сторонку, выключаем газ. Все. Я убрала в сторонку и закрыла крышечкой. Итак, готова наша картошечка. Теперь стоит в рецепте 30 граммов. Нужно сюда добавить масло сливочное. Открываем крышечку аккуратно, горячее. Так, сюда всыпаем наше масло. Так. Также мускатный орех, у меня уже перемолотый, немножечко. Далее стоит, так, накрываем нашу крышечку. Ставим на 30 секунд. И на скорость 3. Готово. Так. Открываем крышечку аккуратно. Очень горячие. Теперь после того, как картошка наша приготовилась, я беру, укладываю все на тарелочку. Сейчас вам покажу, как все выглядит. Картошечка отменная. Вот такая вот на тарелочке. Сейчас уложу чуть чевапчичи. Итак, вот так вот все я украсила. Буду накрывать на стол. Всем приятного аппетита и нам также. До следующего видео. Пока-пока, друзья.